Номер 17, Анастасия Харламова. Анна Кендрук, номер 21. Все, что могла не дать эта корона, нам не уже дала. А в дальнейшем я хочу прокладывать свою какую-то, да, дорогу уже без нее. Во многом я могу сказать сейчас, она мне даже мешает иногда, потому как клише «Мисс Беларусь», оно преследует, ну, не то, что я не говорю об этом, не дай бог, очень плохо. Просто, наверное, 2 года – это то время, когда девушка может себя проявить, и этого времени более чем достаточно. А в дальнейшем эта корона уже будет постоянным клише, которое будет с тобой на всю свою жизнь. А я уже, наверное, хочу готова себя проявлять без этого титула. Хочу состояться как журналист. А, и думаю, что здесь она мне уже не поможет. Мне хотелось бы передавать корону, этот титул девушке, которая будет симпатична мне. Но если мое мнение все же окажется в меньшинстве, ну что делать? Конечно, с, наверное, каким-то небольшой грустью, но я готова все. Номер 29. Людмила Якимович. Победительницу 7-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2010» Людмила Якимович! Дамы и господа, цветы от президента Республики Беларусь всем участницам 7-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2010». Беларусь 2010! Вечер 10!